ミニママ早いな、ミニママウィー。Перед вами легендарный двухподвес от фирмы Русбайк. Городской экстремальный хулиган черного цвета. Передняя жесткая вилка неповторимо дополняет задний амортизатор с ходом 192 мм. Это очень круто. Дисковые тормоза позволяют мгновенно тормозить на любых самых-самых-самых экстремальных поворотах. О нем мечтали все мальчишки нашего города. Посмотрите, впереди белый катафор. Он всегда привлекает к себе внимание. Рога и черные с желтыми квадратиками грибцы. Это было очень круто на нем кататься в детстве. Система Shimano Tourney с огромной задней звездой не требует настройки и переключения, а очень-очень жесткое седло позволяет ощутить все кочки, по которым вы будете катиться вперед по своей жизни. Все завидуют, даже тот мужик завидует на каком-то странном стелте. 21 скорость монетки Shimano. Это просто вау. Это просто щелк-щелк, и ты уже переключился и летишь. Офигенные грязевые протекторы для езды по асфальту. Везде надписи Русбайк. И, конечно же, символ Rockstar. Потому что этот велосипед был прототипом велосипеда в игре GTA. Только Русбайк хулиган должен стоять у вас в подъезде, пристегнутый к батарее. Только на таком двухподвесе можно ездить по городу. Супер-пупер топталки за 150 рублей БУ. Вау! 7 спид и 3 спид спереди. Русбайк хулиган. Двухподвесная рама. Какой-то стирм из СКС. Это Русбайк. Ребята, Русбайк — это сила, Русбайк — это мощь, это самый лучший велосипед, о котором вы могли только видеть сны и другие передачи на Ютубе. Подписывайтесь на наш канал, и еще много-много-много обзоров на велосипеды вы увидите в ближайшем будущем.